Приветики! Вы на канале Елена Верченко. Меня зовут Лена. И сегодня мы будем ехать за посылкой. Нам в пятницу или в четверг. В четверг, по-моему, муж отправил посылку с Украины. И она уже на отделение Новой почты. Отделение Новой почты открылось в Катовице. Очень удобно и работает по воскресеньям. Так что мы в путь. Проходим. Где-то здесь я видела номер 11. И идем сюда. Здесь куча всего. И вот она, родная. Идем получать посылку. Там люди есть. Интересно, на каком языке они говорят. Итак, получила я посылку. Все не поместилось, благо мой дежурный пакетик со мной. Отделение вот здесь. Очень красиво. Спасибо, папочка, за сладкий сюрприз. В общем, идем домой, все перемеряем. Я очень довольна. И, кстати, посылка доехала за 4 дня. То есть сегодня воскресенье, муж отправил мне посылку в четверг 4 часа где-то. Вот. Сегодня уже воскресенье в час дня. Даже утром мне писали, что я могу ее забирать. Посылка была 5 килограмм. За 5 килограмм доставки с Харькова до Катовиц 468 гривен. Так что почта работает, все отлично. Можно попросить родственников или отправить им что-нибудь, сюрприз какой-то. Хорошего дня! Подписывайтесь и ставьте лайки.